Первый этаж. Помещение первого этажа. Пятый по счету казармы подразделение войсковой части 47-280. Мы только сейчас были в подвальных помещениях. Это вот как раз вход ближний к чайной. Подвал заходили. Направо. По коридору первого этажа. Да, кстати сказать, дневального тут нет. И вот тут пролом. И вот коридор. Идет и следующий подъезд. Мы туда пройдем. Направо. Пошли. Это умывальник. Какой умывальник. Да, это казарма, которая, я говорю, пятая по счету. Учебный корпус. Так говорили участники группы, подписчики канала. Ну, видимо, в разное время, разные назначения этой казармы было. Этого здания. Ну, умывальник посмотрели. Большое помещение. Ну, довольно большое. Вот какое. Может быть, даже учебный класс. Очень даже может быть. Потолки вон такие подвесные. Да. Напротив. Тут небольшое помещение напротив. Ну, поменьше. Еще одно. Побольше, конечно, это большое помещение. Вон в окно видно мелькает это здание чайной. Вот это чайная-то. Это все потолок обрушился. Вот это все, которое было подвесное, все упало. Мы по ним уходим. Еще направо. Это туалетная комната слева. Наверное, зашли. Да, это туалетная комната. Это первый этаж. Подъезд у чайной. Ну вот, конечно. Темновато, да, но у нас есть на устройстве фонарь еще в запасе. Вот тот же, как же. Вот наклеечки. Вот наклеечки. Посмотрели этот подъезд. Пойдем в следующий. Не будем выключаться, проскочим. Кстати сказать, вот эта любимая взлетка, вот выложена этим плиткой, которая ребристая. Да, с особой теплотой вспоминают бойцы. Всем приходилось на ней отмечаться. Вот еще раз умывальник. Здесь мы начинали видео. Вот мы как зашли сюда, вот тут сразу
помещение от входа налево. Первое помещение. Потолок также он какой. И направо зашли. Здесь было одно помещение, потом тут поставили перегородочку. Не мудро, что я лукав, вот поменьше стало помещение. И дальше уже следующий подъезд получается. Вот. Мы уже во втором подъезде от чайной. Какая дверь. Помещение не очень большое. Вот он вход. Второй подъезд. Если мы тут зайдем направо от входа. Оружейная комната, он на окнах решетки. В подвал. Ну, сейчас мы не пойдем в подвал. Мы уже идем по коридору второго подъезда. Отчаянный. Это умывальник, да, умывальник. То же самое, как в том подъезде, но тут нет центра его. Вот центр пустой. Зато он по краям еще есть. Ну, знают, наверное, бойцы. Умывальник. Ну, туалет должен быть в углу, там последнее помещение, по идее. Вот туда идем. Там как на улице хорошо, светло. Большое помещение. Может быть, даже это класс учебный или аудитория. Как уж называлось. Если это учебный корпус. Небольшое помещение. Слева еще одно. Фонарь у меня включен. Выключили. Вот какое. Посмотрели мы первый этаж полностью. И первый, второй подъезд первого этажа. Пятый по счету казармы. Войсковой части 47-280. Это все Алтыс-лагерь. Проходим мы сегодня 14 июля. Вот элементы противогаза. Видно же? А как же не видать? Вот. Видно. Это вот так бы мы видели четвертое здание. Там дальше будет с левой стороны столовая. Туалетная комната, судя по расположению. Только что тут ничего уже нет. Все, посмотрели. Весь первый этаж. Пятая казарма, которая... Чайный. Хорошо в эту сторону видно. Ни фонарей, ничего не надо. Я на время посмотрю, тут 9 или сколько-то минут. Идти в подвал или не идти в раздумье. А что думать, надо идти. Раз мы здесь ходим. В подвал пошли. Вот это вход. Там же выход. Вот тут мы ходили с вами. Прямо должен быть пост. Должен быть дневальный, его нет.
Здесь под ногами вот как сделана плитка. И мы заходим по два. Подъезда, который второй от чайной. Пятой казармы. Фонарь наготове. Пока у нас светильник на устройстве. Вот мы куда зашли, прямо. Свет включили. Вот налево. Вот тут вход, мы зашли сюда. Сюда мы, конечно, тоже пойдем. Пока налево сюда. По коридору. Вон шифр лежит. Склад был небольшой. Склад стройматериалов. Так можно определить. А дверь какая? Вот картинки еще. Переводные. Краска. Ну, это даже, может быть, не буду сочинять, вот увидим и все. Краска будет в этих бетонных или банках таких, емкости. Это емкости. Это пакетный выключатель. Или переключатель. Новенький. Ключ гаечный. Рожковый. Вот какой ключик. Это от противогаза. Да. О, пупорка, мы знаем. Их можно встретить в самых неожиданных местах. Купорка для снаряда. Контейнер. Продолжаем движение сюда по коридору. Еще одна дверь отсюда. Пусто. Да, вот этим видео мы закончим посещение первого этажа и подвалов. Здесь мы зашли. И направо первая дверь. Это пока вторая. Вторая. Нет, тут никакой второй двери. А, вот она. Налево дверь первая. Тоже, наверное, склад был. Вешалка. Бывали мы здесь с вами. Эти вот ключики, вот ключи гаечные, это мы тут разлаживали, раскладывали. Ключ на 10, 8 на 10. Были новые, видимо. Это тут написано макеты. Какие уже макеты? Макеты. Планшет. Вот тут пролом есть. Мы сюда зайдем. Заходим. Зашли. Ушла. Там уже за проломом, там уже следующий подъезд. Мы там были в первом нашем видео.
Вот они, бушлат. Еще есть. Тут тоже пролом был небольшой. Вот он, дверь небольшая. Вот эти ключики. Это хлам. Все, посмотрели. Какая закрывашка. Ух ты, назад, назад. Вот. Вставили на место. Времени сейчас к 12 подходит. 14 июля 2024 года. Мы посмотрели подвальное помещение и помещение первого этажа. Пятый по счету казармы, где размещались подразделения войсковой части 47-280. И мы сейчас выйдем и завершим видео. И посещение сегодня мы завершим. В следующий раз мы зайдем на второй этаж. И чердак, если будет возможность. Вышли. Выходим. Да, оружейная комната, мы знаем. Вот я заметил, какую кнопку. Сигнализация. Тут тоже сигнализация. Тут гнездо. Посмотрели мы все помещения первого этажа и подвальные. И на выход. Уж как я заходил, я не открою секрет. Да, очень большой секрет. Ну, поскольку двери закрыты, один только способ. Окна открыты. А так я не сказал этот секрет. И выходит туалет. Вот он какой. Извините, это умывальник. Умывальник. Тоже зарапортовался. Большие помещения. Ну, если это учебный корпус, как раз это аудитория. До свидания, до новых встреч. Смотрели мы, что хотели. И прощаемся. Будьте здоровы.